В самом деле, главный вопрос, который вот хотели обсудить в связи с понятием, он касался не вообще говоря всех понятий. Понятное дело, что как бы существует разделение тех понятий, которые в науке используются, категории. Вообще бы хотели, конечно, как-то это приблизить к этике. Ну и к христианству, как одному из главных интересов наших семинаров. Да? То есть мы пытаемся все-таки обсуждать теологические темы, да, и с этими темами связаны также этические темы, да, то есть вот как бы вот тема Бога и тема добра и зла, да, тема этики. Так вот, вопрос здесь как раз, когда мы говорим о теме Бога, когда мы говорим о теме этики, то у нас возникает проблема, что такое Бог, да. Можно опять же было бы сказать, что Бог – это своего рода некое понятие. Вот когда мы взираем сквозь нашу вот сетку концептуальную на мир, среди прочих, как бы, да, понятий высвечивается, ну, в некоторых сетках, да, скажу так, в сетках верующих людей, да, есть такое понятие, да, которое связано с Богом, да, как начало мира, там, первопричина, там, основание мира, как там, творец, высшее существо, абсолют и прочее. Так вот, и с другой стороны, когда мы берем, проговорим про добро и зло, да, когда мы спускаемся в сферу этики, добро и зло – это что? Добро и зло – это некоторые аспекты самой реальности, да, это вот нечто, как бы, что мы можем усматривать. Да, вот мы усматриваем, допустим, количественную характеристику или качественную характеристику мира, да, под категориями количества и качества. А добро и зло – это что такое? Это вот как бы нечто, что в самой реальности? Или это все-таки то, что мы высматриваем, да? Вот нам важен некого рода аспект. Да, и мы как бы этот аспект высматриваем. Мы одно, нечто одно как бы называем добром в силу того, что оно приносит нам пользу, а нечто другое называем злом в силу того, что оно нам вредит. То есть является ли добро и зло, и вообще говоря, моральные феномены, чем-то реальным? Или это только истолкование феномена? Вот есть некая реальность, а есть некое истолкование этой реальности. Вот, например, Ницше по поводу морали, по поводу христианства, этики, он как бы вот у него была такая максима, да, что нет вообще никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов. Да? И вот этот вот тезис, он лежит в основе всего его воззрения на сферу этического. То есть, если на самом деле реальность не является ни добром, ни злом сама по себе, да, то есть, если реальность, она просто такова, какова она есть, а добро и зло – это есть некоторого рода понятие, с помощью которого мы истолковываем одни феномены, ну, скажем так, приносящие нам пользу как добро, а другие феномены, вредящие нам как зло, то это только истолкование, скажем так, мы приспосабливаемся к реальности, да, и добро и зло – это один из способов, каким нам удобно каким нам удобно истолковывать эту реальность. На самом деле есть проблема глубинная, потому что ведь Бог понимается как благо, да, как добро само по себе, как некоего рода сущее благо, сущее добро. Иначе говоря, понятие Бога, оно противоречит этому истолкованию. То есть, если мы говорим, что добро и зло – это только истолкование реальности, нет никаких феноменов добра и зла, да, а есть только, есть просто феномены, есть и интерпретация этих феноменов в аспекте того, что они добро и зло. Если это было бы так, да, если мы исходим из такой позиции, то тогда получается, что и нет никакого сущего блага, да, то, которого можно было бы назвать абсолютом. Просто есть некая реальность, да, вот есть бытие, скажем, да, но мы не можем отнести, характеризовать это бытие как благо. Потому что ведь благо и добро – это просто одно и то же понятие, да, одно и то же слово. Взятый просто благо – это из старославянского языка или древнеславянского, а добро – это наше слово.
И эта проблема существенная, потому что кроме вот моральных таких феноменов, возможно, и в других сферах тоже есть такие понятия, которые имеют чисто только вот прагматическую функцию. Да? Непонятно, каким образом они применимы к самой реальности, непонятно, как, что они в самой реальности. Ну, вот, например, про добро и зло. Да? Нам кажется, что, вот, например, убийство – это зло. Ну, мы привыкли, просто уже просто не замечаем. И каждый раз перешагиваем, что, допустим, обычно приводит примеры, там какой-то Чикатило, Гитлер, это вот такое страшное-страшное зло, как бы, это зло как бы воплоти, да, то это сущее, некое сущее зло. Но если вдуматься, на самом деле, там, ну, ведь мы наблюдаем, что в мире постоянно кто-то умирает, там, если даже не брать человеческое сообщество, то в мире животных одно животное поедает другое, там постоянно происходит как бы вот вымирание животных по разным причинам, там как, это, постоянно происходит как бы вот круговорощение организма, да, круговорощение там, не знаю, биомассы, там. Одно поедает другое, которое поедает третье, которое поедает четвертое, постоянно кто-то кого-то убивает, там, допустим, собаки, да, если я, ну, вот городские собаки, если они как бы накормлены, они ведь убивают кота просто так. Не для того, чтобы его скушать, а просто потому, что у них вот инстинкт, им как бы вот интересно, они типа играют, для них это игра. Или кот, например, сытый кот убивает мышку, он же ее не ест. Зачем он ее убивает? Он просто это вот некий инстинкт, игра. Он как бы с нашей точки зрения это же чудовищно, но как же так? Просто убивать ради игры, да? Ведь мышка такое же существо животное для нас, да? Для нас что кот живой, что мышь живая. Нам обоих как бы жалко, но тем не менее... Кот убивает мышку, это как бы нормально, или птичку какую-нибудь там, или еще что-нибудь. Я как бы не то, что хотел как бы с этой, к этим вопросам, к сентиментальной позиции подойти, а просто что надо понять, на самом деле, что в природе как бы смерть это просто естественный процесс. И то, что в человеческом обществе тоже кто-то кого-то убивает, там, неважно, там, в силу там, каких-то причин, там, кто-то убивает, потому что там больной, а кто-то убивает, потому что что-то злоумышлял, да, или из каких-то своих там идейных соображений там или еще чего-либо. Тем не менее, надо понимать, что это того же порядка убийства, как и в порядке закона животного. То есть на самом деле просто продолжение этого порядка. В природе все просто, в живой природе все друг друга убивает и уничтожает. Все находится в неком противоречии, все находится в некой вот в этой борьбе. И естественно, как бы и в человеческой обществе, которое принадлежит этой природе, все точно так же, вот такие эксцессы возникают. Поэтому как бы можем ли мы считать, что убийство это в принципе само по себе зло? Вот безотносительно как бы вот моральных как бы, да, истолкований. Да, наверное, нет. В конце концов, ведь как получается? Преступник убивает другого человека, а государство берет в себя функцию и иногда убивает преступника, да, или там наказывает его и так далее. Ну, и мы взяли, просто я взял специально крайний пример убийства, там можно взять другие какие-нибудь заповеди, опять же, да, которые как бы считаются злом, да, допустим, украсть там, допустим, и прочее. Возможно, нету никаких таких вот сущих, объективных характеристик мира, да. И эти понятия, вот понятия моральные, мы просто проектируем в мир, исходя из наших, опять же, прагматических целей, потому что нам, с точки зрения нашего выживания, приспособления в этой реальности, необходимо использовать эти понятия, потому что мы живем в человеческом обществе, и нам важно друг друга не убивать, да, нам важно друг друга не воровать, нам важно установить вот это некое общежитие. Да? Но мы, понимая, что устанавливая общежитие, мы вот эти принципы, заповеди, морали придумав, да, мы как бы получили некую прибавку, да, вот некую прибыль, да, если так можно выразиться. Получили некоторого рода полезный результат. Мы пытаемся это проектировать дальше, что вот понятия добра и зла, они везде, они в реальности, они во всем. То есть все как бы разделено обязательно по этой линии, по линии добра и зла. Это точно так же, как вот мы когда обсуждали категории, мы усматривали, что сначала категории были способами расследования, аспектами, да, расследования дела в суде, а потом почему-то не просто аспектами дела в суде, а вообще любого расследования, в том числе и научного. Да. Изучая, допустим, какую-нибудь букашку, да, давайте его по категориям типа разложим. Или там вообще, ну просто изучаем какой-нибудь мир там или что-нибудь еще там. Так вот, по поводу как бы научных понятий я не могу сказать, да, мне может быть не хватает
ну, прямо сейчас не хватает вот какой-то такой критической направленности. Что там, может быть, в науке является, какие понятия являются такого рода, да, там, то есть мы говорим о понятии, которое спроектировано, да, которое является в нашей категориальной сетке чисто имеет чисто прагматическую функцию. То есть они нами используются, потому что в других каких-то целях, то есть в другой сфере, да, в сфере взаимоотношений людей они имели результат, они получили свое признание, да, и мы пытаемся их перенести на мир вообще, да, что мир весь как бы разделяется на добро и зло, сам мир, да, мы уже вот когда обсуждали христианский вопрос, получилось так, что сам мир находится во власти князя тьмы, да, он сам по себе злой. И Бог, на самом деле, как является благом и добром, как бы сам по себе, да, как сущее некое благо и добро. И весь мир на самом деле находится вот в этой вековечной борьбе добра и зла. Само по себе. Не так, что мы истолковываем только некоторые феномены. Да? То есть мы видим мир, и, допустим, христианин видит мир, и мир как некого рода, как космос, как природу, да, вот он истолковывает, что вот это вот зло. А вот почему зло? Потому что вот есть дилемма, да, есть антиномия между миром и Богом, да, либо ты с миром, либо ты с Богом, дружба с миром, есть вражда против Бога. То есть мир именно поэтому истолковывается, поскольку мир, Бог находится вне мира, да, Бог как бы одно, а мир как бы другое. Поскольку мир другое, он не является Богом, да, то он и лежит во зле. Вот такое истолкование. Но на самом деле, если мы понимаем, на самом деле, что добро и зло – это не аспекты самой реальности, а только наше истолкование этой реальности, то тогда как бы все становится выглядеть совсем по-другому. Получается, что в наших понятиях, я еще раз заостряю на это внимание, что все наши понятия являются способом приспособиться к этому. И даже понятия, самые высокие понятия, научные, самые абстрактные, все равно как бы все это есть некоторого рода способы в этом мире выжить, да, как бы спрогнозировать опасности и предотвратить их, если есть возможность. То есть самое главное – это все равно выжить. Это как бы инстинкт, даже инстинкт выживания, он поднимается даже на самые вершины разума, как об этом говорит Ницше. Так вот, не получается ли так, что мы должны все-таки вот исследовать все эти вещи, да, и отдавать себе отчет? Ведь в противном случае что получается? В противном случае получается, что мы становимся заложниками таких понятий. То есть мы говорим о добре и зле, не задумываясь, да, что это такое. Является ли это понятиями, аспектами самой реальности, или это только наше истолкование. Да? И попадаем в ловушки, расставленные этим понятием. Потому что если это понятие, если добро и зло являются понятиями дуальными, да, если как бы все, что только вокруг нас окружает, все реально разбивается по линии различения добра и зла, то мы попадаем вот в такую ловушку, что, допустим, как вот попали христиане с паспортами, ИННами и прочее. Да. Что если либо с Богом, либо с миром, поскольку там паспорта, ИНН и прочее это с миром, значит не с Богом, значит надо от них отказаться. Да. То есть мы сами попадаем в эти ловушки и вынуждены, да, если мы будем честными, да, как бы действовать в соответствии со своими воззрениями, а иначе мы лицемер. То есть мы, допустим, вдруг попав в эту ловушку, допустим, мы христиане, да, и считаем, что нельзя мириться с миром, да, нельзя быть в этом мире в дружбе с миром. То если у нас получается вывод, если вдруг в нашей логике, в наших выводах возникнет необходимость как бы отказаться от паспорта, отказаться там от документов и прочего, если мы, несмотря на то, что все будет говорить о том, что это надо сделать, не будем это делать, то получается мы будем противоречить самим себе, да, мы будем противоречить своей совести. А нет ничего хуже, чем противоречить своей совести. В конце концов, хула на Духа Святого так и понимается, ведь как понимание истинной правды, да, но тем не менее совершение поступков вопреки этой правде. В этом состоит как бы хула против духа. То есть ты как бы духовно понимаешь, как правильно, а тем не менее действуешь иначе. Но для того, чтобы такие вот ловушки разрушать, для того, чтобы освобождаться от такого рода заблуждений, да, причем заблуждений, в которые мы попадаем по собственной воле. Фактически нас ведь преневоливают только понятия. Если мы вдруг доверяемся понятиям бездумно, да, вот мы говорим добро-зло, и доверились этим понятиям бездумно, куда они нас заведут? Они нас заводят в такие тупики. Если мы все-таки
доходим до таких тупиков, то мы должны действовать в соответствии с этим. Но мы как-то вот интуитивно понимаем, что это неправильно, а объяснить не можем. Как можно решить эту проблему? Только тем способом, что исследовать вопрос, да? А все ли тут просто так вот? А соответствуют ли эти понятия, которые взяты ведь из другой сферы, да? Эти понятия распространены на мир, как бы, хотя они взяты из другой сферы, сферы общения людей. Вот есть сфера общения людей, люди взаимоотносятся с друг другом, и в ним, это, в этом взаимоотношении понятно, что такое добро и зло, да? Я человеку совершаю пользу намеренно, это добро, а я совершаю человеку зло намеренно, это вред намеренно, это зло. А что это такое в отношении мира-то? Что в мире-то такое добро и зло само по себе? Что это такое? То есть, допустим, гадюка какая-нибудь, это потому что она некрасивая и может ужалит, она типа зло, что ли, там? Тараканы это типа, потому что они плохие, и они там мешают мне жить, там это, бегают везде, это типа зло. Мухи типа зло, да, вот так. Они мне мешают жить, типа, они зло, комары там какие-нибудь. А вот то, что мне помогает это жить, то добро, допустим, коровка там, она добро, она молочко приносит. Так, что ли, мы должны рассуждать? Но это же как бы глупо, да, не говоря уже о том, что это просто некрасиво, да, несправедливо. Чем тараканы-то провинили сами по себе? Ну, тараканы, они тоже жить хотят, такие мы, там, какие-нибудь там мыши там. И прочая живность, которая нам не нравится, да? Какие-нибудь гады там. Вот не даже уже ведь называют гады земные. Почему они гады? Там, потому что они присмыкаются, где-то там в земле живут. Они для нас, что нам они не нравятся, они почему-то гады, да, там, пауки всякие и прочее. А то, что нам нравится, то типа доброе. Ну, это же согласитесь, что это логика здесь. Приспособленческой. Если быть объективным, на самом деле, все живое совершенно. И каждый живой организм по-своему там совершенен. И достоин жизни. Там таракашек какой-нибудь там, или там мышка. И когда, например, смотришь, когда кот убивает мышку просто так, ради игры, ну, ты, как бы, мышку жалко. Хотя ты понимаешь, что кот с этим тоже ничего, наверное, сделать не может, потому что у него инстинкт. Ну ладно, как бы, если не отвлекаться от главной линии, то главная линия состоит в том, что надо все-таки с понятиями работать, да, если мы хотим, не хотим заблудиться вот в этих дебрях, да, если мы будем постоянно доверяться понятиям бездумно, да, если мы будем считать, что вот в нашем языке растворены как бы вот некоторые рода представления, и они, эти представления соответствуют реальности, потому что они там какие-то поколения людей до нас, они там типа не просто так жили, они все это исследовали и прочее. Если мы будем просто так бездумно доверяться, то вот рано или поздно вот мы будем впадать в такие противоречия. Как раз наука пытается, вот, формализуя всякого рода языки, да, там, используя математику, избавиться от этого. Но почему-то как бы, да, в естественном языке все равно все это существует. На самом деле, всякого рода религиозные, магические там, представления, они существуют именно благодаря тому, что они все эти представления бытуют в языке, в самой семантике языка прописаны, да, там. Мы используем слова, да, в которых как бы уже заранее предполагается, допустим, мы говорим «гром гремит», да. На самом деле, в самом вот этом выражении, это, кстати, пример Ницше, заложено противоречие, ведь на самом деле есть некое явление, да, когда на небе там сверкает молния и гремит гром. Но мы говорим «гром гремит», имея в виду, что с одной стороны это явление является субъектом неким, громом, да, как бы, а с другой стороны действием этого субъекта гремит. То есть на самом деле феномен-то один. А описываем мы его вот в нашем вот представлении, что есть некого субъект в виде грома, который гремит. Да. И опять же, тем самым язык нам подсовывает некоторого рода мифологию, да, по поводу того, что есть какие-то существа, там, которые называются гром там, или там, или еще какие-то там явления, да, которые совершают какие-то действия. Там. Солнце, допустим, восходит или это, заходит, да. То есть сам характер построения предложения, что субъект действует, да, она всякий раз нас отсылает, что солнце некоторого рода субъект, да, который как бы заходит, восходит, там, светит, там, да, там нам. И неизбежно язык уже подсовывает нам вот эту религию и мифологию. Ну я на самом деле опять же, главная тема немножко еще не в этом была. Да. Главная тема, которую вот хотел обсудить, и на нее как-то мне что-то не удается выйти, она состоит в следующем. Допустим, мы отбросили все понятия, которые оказались по каким-либо причинам, ну исследовали понятия, допустим, добра и зла, там,
прекрасного, безобразного там, и прочее, и прочее. И поняли на самом деле, что это не понятие самой реальности, а это некоторого рода наши понятия, которые мы спроектировали на реальность, ну потому что приспосабливаясь, да, как бы к среде окружающей, нам выгодно выделять аспекты эти, да. И называть эти аспекты так, как будто бы это так и есть, да, что там гады, они плохие, как бы, а вот там полезные животные, собаки, кошки, они хорошие, типа. Ну, допустим. Допустим, мы все это исследовали и всякого рода такие, такого рода высказывания запретили. Тем не менее, остается вопрос. Насколько, как бы, правомерно, в принципе, вот такое деяние. Опять же, как бы сейчас мы оставляем науку. Да, вот в науке есть какие-то свои понятия, там эти понятия выстраиваются, некие концепции теории, они там их пытаются проверять экспериментально. Там. Мы пока это не обсуждаем. Да, это на самом деле сложный вопрос. Мы пока беремся только за вопрос этический. Да, потому что это для нас ближе всего, и нам это понятно, что это важно. Допустим, мы даже все эти понятия, или, как я говорю, что которые не оправдываются реальностью, элиминируем, оставим. Тем не менее, у нас создается вопрос, а как мы, да, можем навязывать миру свою этику? Вот, неважно даже этику общего характера, допустим, этику для всех, да, некую всеобщую этику, ну, скажем, там, будь то этику, там, допустим, 10 заповедей, или там христианскую этику, или еще какую-то другую. Допустим, каждый из нас, на самом деле, хочет мир видеть. Именно хочет, и причем каждый из нас осознает это, что именно это его желание. Хочет видеть мир в определенном рода аспекте. Да? Он хочет мир, например, видеть мир нравственным. Да? И он понимает на самом деле, что это его желание, что это его истолкование, но он это хочет. На каком основании он может воплотить это свое желание? Если он знает на самом деле, что сама реальность, она не подвластна вот этим этическим аспектам, да? Потому что просто в самой реальности этих аспектов нет. А что это аспекты, которые сам человек навязывает мир. Так вот, если мы осознанно навязываем миру некую этическую составляющую, мы просто считаем, на самом деле, что мир должен быть, допустим, такой. Например, почему так? Ну, потому что, если я цельный человек, я не могу говорить о том, что вот во мне есть какой-то мой мир, да, мой личный мир. А мне на весь остальной мир это наплевать. Да? Так не получится. Если я цельный человек, то мое внутреннее и внешнее, оно на самом деле находится в некой связи. В некоторых апокрифах, по-моему, Евангелие от Филиппа, что ли, написано, что Царство Небесное может достичь только тогда, когда внутреннее и внешнее станут одним и тем же. Да? Смысл его состоит в том, на самом деле, что у меня только тогда есть внутреннее, да, и вообще только тогда это внутреннее что-то дозначит и что-то имеет какой-то вес, если оно также становится и внешним. И более того, на самом деле, более того, даже имея это внутреннее, я и не могу иначе как бы действовать, оно обязательно это внутреннее проявится. Если у меня есть какое-то мое внутреннее, допустим, какое-то внутреннее этическое измерение, я считаю, что люди должны поступать определенного рода образом. Допустим, я это обосновал как-то там этически, там логически и прочее, построил некую рода концепцию и считаю, что это именно должно быть так. И я решил действовать в соответствии с этим принципом. На что я могу надеяться? Конечно, можно построить концепцию, исходя из того, как сделал это Кант. Что моя свобода может осуществиться только потому, что есть Бог. Ну, допустим, мы не поддадимся на такую уловку. А будем говорить о том, что вот есть некого рода мир, какой он есть. Да? Непонятно, есть в нем Бог или нет. Мы на это рассчитывать не можем. На современном мире мы на это рассчитывать однозначно не можем. Конечно, можно эти чаяния. Если мы все-таки останемся в этих чаяниях, да, это некие древнего рода чаяния, когда уже полностью полагались на Бога, да, там, и пытались, по крайней мере, на это положиться. Но они вот, если посмотреть христианство, 2000 лет чаяния не могут осуществиться в реальности. Да, то есть не удается все-таки так установить в этом мире жизнь, чтобы она соответствовала чаяниям о существовании Бога. На самом деле мы должны все-таки установить, ну, скажем, не мы должны, да, а было бы разумно установить в этом мире такие чаяния, в котором как не было бы стопроцентной надежды на существование Бога, стопроцентной надежды на его помощь. Но все равно из того, что
вот это вот измерение абсолюта, как бы, оно остается как бы до нас недосягаемым, непонятным, скажем так. Мы не можем ни доказать, ни опровергнуть его существование. Каким-то измерением, до которого мы не можем добраться. Тем не менее, мы хотим воплотить, опять же говорю, это все гипотеза, да, воплотить некое этическое измерение в этом мире. И единственный способ его воплотить мы можем, это можно создать внутрь, это, спроектировать некую свою внутреннюю концепцию того, как должен быть мир устроен. Ну, скажем так, религию в пределах только разума, как об этом Кант говорил. Да? Ну, неважно, речь идет ли о религии или нет. Так вот, на что мы можем опираться? Мы исследовали понятия и поняли, что все эти понятия просто помогают нам жить. И здесь получается как? Мы на самом деле навязываем некоего рода реальности, понятия, которые этой реальности не соответствуют. И мы заранее это знаем, поскольку мы вот несколько минут назад обсуждали, что добро и зло – это, возможно, только интерпретация реальности, да, и, скорее всего, это так. Мы просто здесь сейчас и не будем это доказывать, потому что это требует, опять же, доказательств, но можно привести там доказательство, что это именно так. Так вот, теперь мы пытаемся из этой позиции выстроить, каким образом все-таки зная, что вот есть этические чаяния, там, в частности, добра и зла, они являются вот такого рода понятием, как насколько мы правомочно, да, по отношению к миру требовать их осуществления. Ибо в чем проблема всякого рода аскетики? Если брать ее не просто в христианском, а в обобщенном смысле. Ну, всякая этика сводится, в конце концов, к аскетике. Почему? Потому что этика пытается определенного рода поведение запретить. Да, то есть ограничить наше поведение определенного рода рамками, то есть указать, вот это вот действует, так действовать нельзя, и в рамках вот своего рода запретов каких-то, ну, допустим, 10 заповедей, если взять, там, не убей, не прелюбодействуй, там, это, не воруй и прочее. Ну, также, даже если даже юридический закон взять, юридический закон ведь тоже говорит, все, что не запрещено, разрешено. Да? Ну, то есть логика любого такого установления, будь то этический, будь то... закон, на самом деле юридический закон ведь наследует свою логику из этического закона. То есть можно говорить обобщенно вообще об этике. Так вот, всякого рода этика, она прежде всего просто ограничивает возможность человека. Она говорит, какие поступки запрещены. Да, то есть это некая система запретов. Потом на основе внутри этой системы запретов, да, очерчивается некая рода область возможного. То есть то поведение, которое разрешено. И уже вот внутри этой области возможного указывается, что лучше делать. Ну, например, христианство. Допустим, если мы пытаемся соотнести иудаизм и христианство, да, вот в этой логике, то иудаизм просто очертил поле возможного и сказал, что вот эти вещи запрещены, но не сказал, что нужно делать. Да, вот это поле, как бы оно осталось. Делай, что хочешь, что он говорит. Да, но запрещены какие-то действия, но внутри этого поля делай, что хочешь. Если говорить строго, то это не совсем так, потому что есть заповедь почитай отца и мать свою, да, то есть это. Возлюби ближнего своего. То есть, на самом деле, там тоже есть определенного рода вот заповеди, которые являются положительными. Не отрицательными, отрицающими, что запрещено, да, а положительными, что нужно делать. Но, как бы, в целом, как бы, все равно вот этот Ветхий Завет, он нацелен именно на вот, на такой юридизм, я это называю, да, как бы, указать запреты, да, ограничить сферу возможного. А христианство, оно двинулось дальше. Оно сказало, что, в чем состоит уже не поле запрета, потому что поле запретов для христианина, но для Иисуса Христа, да, это нечто, что любой человек обязан делать, да, это как бы норма. То есть это не выполнять закон, это как бы вообще как бы глупость, да, как бы это уже нечто для Христа просто неправильное, да, это болезнь уже, да. Ну и оставаясь внутри вот этой сферы, да, внутри соблюдая закон, тем не менее Христос указывает, куда надо направить свои усилия, уже в положительном смысле, да. Как бы вот положительно усилия нужно направить на то, чтобы создавать общину, чтобы любить друг друга, чтобы там создавать некоторого рода вот общежитие, там, да, и как бы в любви, там, в надежде и вере. Вот это вот как бы вот христианство пытается вот это вот позитивное нечто, да, то есть совершенствоваться, да, в любви, совершенствоваться в Боге. Вот такое позитивное направление, собственно, и состоит смысл христианства. И если вы понимаете, да, что логика, она как бы все варианты, должна пробегать все варианты, да, и исчерпывать все возможности, то тут других возможностей уже нет, да, у нас был
система запретов, которая ограничивает область возможного действия человеческого, да, возможного поведения человеческого. И вторая система, которая указывает внутри этой сферы возможного, как бы, что нужно конкретно делать, куда свою свободу, да, направить. То есть первая сфера, сфера закона, она ограничивает нашу свободу, а вторая сфера указывает, куда вот эту свободу, оставшуюся, да, внутри сферы запретов, куда ее направить. И у нас других возможностей нет. И получается, что после иудаизма и христианства, как бы, они это исчерпывают всю возможную этику, да, и больше двигаться некуда. То есть фактически все, чем занимаются современные виды этиков, они либо отказываются от того, чтобы положительно указывать, чем нужно заниматься, либо на самом деле просто указывают другой принцип. Ну, в лучшем случае, да. А то и просто повторяют одно и то же, что надо будет любить ближнего, и это как бы является вот этим позитивным принципом, да. То есть всякий раз как бы они вот скатываются к тому, что уже сказал христианство. Христианство базируется вот в своем таком утверждении, жизнеутверждении на то, что существует Бог, да, и что христиане, которые доверяют Богу, что Бог, даже если возникнут непреодолимые трудности, да, то он всегда придет на помощь, да, как бы он всегда просите и будет вам дано, да, то есть если просящий у Бога всегда получает, и что нет, для Бога нет ничего невозможного. И то есть когда христианин в этом мире, да, вот в этой концептуальной схеме двигается, для него как бы здесь проблем не возникает. Но теперь мы, когда мы попытались отрефлектировать понятие добра и зла, когда мы отрефлектировали понятие блага, да, абсолюта, то у нас возникает такой мир, как бы, да, в котором мы вот изъяты возможности такой христианской этики. И поэтому, когда мы выстраиваем этику, исходя изнутри, да, когда мы понимаем, что мы проектируем в мир некоторое свое внутреннее, вот мы хотим мы внутренний, согласно внутреннему содержанию, некого рода нравственное, да, спроектировать во мне. То есть мы внутри себя, допустим, имеем что-то, какое-то содержание, но мы хотим, чтобы это было же также и содержание внешнее. Да, то, что мы хотим, чтобы то, что внутри нас, чтобы было тем же и вовне. Как этого можно добиться? А тем способом, что вот имея вот эту схему, увидеть на самом деле, что это не избавляет нас от того, чтобы соблюдать законы, да, чтобы соблюдать запреты, потому что мы понимаем их разумность. Если откуда взялись, вообще говоря, запреты? Почему нельзя убивать, воровать и прочее? Почему вот эти вот заповеди на ней? Чем они важны? Они важны тем, что они позволяют существовать людям рядом с друг другом, что каждый из нас ограничивает свою свободу. И границы это проходят по линии уважения свободы другого человека. То есть каждый из нас ограничивает свободу для того, чтобы дать свободу другому человеку. Да? То есть, потому что каждый из нас свободен, но он должен изнутри себя ограничить свою свободу, чтобы и другой был свободен. Да? То есть мы должны как бы потесниться с друг другом, дать друг другу возможности быть. Дать друг другу возможность свободы. И тогда внутри этих вот ограниченных запретов остается наше свободное пространство, где мы уже можем на свой страх и риск, уже как бы не мешая другим людям, да, реализовать свою свободу. И вот теперь мы пытаемся вот в этом внутри этого мира, внутри этих возможностей, вот внутри этой свободы реализовать наше внутреннее. Да? То есть, потому что то, что не запрещено, еще раз говорю, то разрешено. И вот мы пытаемся это разрешенное как бы реализовать. Что? Как это осуществляется? Это осуществляется тем способом, что мы как бы проектируем некие свои внутренние понятия, некоторые свои внутренние представления вовне и действуем в соответствии с ними. Настроит страх и риск каждый из нас. Может не получиться, а может и получиться. Тут проблема состоит, как в любой аскетике, да, насколько мы можем еще больше себя ограничить. Дело в том, что всякая наша свобода, она, как ни странно, строится из самообуздания. Дело в том, что что такое свобода? Свобода это же не нечто, что такое самоочевидное и нам просто данное, да, вот как деньги, да, вот они есть, и можно там потратить туда, можно потратить сюда. Для того, чтобы это сделать, сначала эти деньги нужно заработать, да. А заработать мы можем это только единственным способом, что отвоюем это у нашего как бы биологического существа. Да. Вот мы, каждый из нас, там биологическое существо, оно хочет кушать, там, спать, хочет отдыхать, хочет там лениться. И много что еще хочет. Да.
И каждый раз ему это все надо. Невзирая на то, что, допустим, как личности, мы же все-таки апеллируем сейчас к личности, да, и что такое этика? Этика ведь она речь идет о личности, а не о биологическом организме. Вот так. Ну и вот для того, чтобы мы в этике могли все-таки вот все эти принципы, всю эту красоту как бы осуществлять, нам нужно вот этого вот биологического нашего компаньона как-то обуздать. То есть на самом деле наша свобода, она имеет специфический характер, она всегда проходит по линии обуздания собственных страстей. То есть вот эта вот аскетика, которая в христианстве занимает большую роль, она не является случайностью, опять же, да? Она является просто необходимой данностью, иначе мы не можем воспользоваться своей свободой. То есть нам как бы получается, что вроде как бы внешний человек может все, да, то есть он, допустим, он не нарушает законы, и у него как бы вот сфера, есть некая сфера возможностей, казалось бы, открыты все горизонты твои, а он ничего сделать не может, потому что его тело, оно настолько как бы вот его растаскивает по сторонам, да, ему надо туда бежать, там, а за ним ухватиться, там, ему надо кушать, есть, там, женщины, там, страсти, там, власть и прочее, то есть как бы он настолько разрывается, да, он настолько как бы вот так вот раскинут во все стороны, да, что ему на самом деле направить вот свое существо куда-то в одном направлении просто нет никакой возможности. И поэтому, как тут ни странно, наша свобода состоит в том, что сначала мы должны себя закабалить. Это, кстати, об этом, вот если вспоминать, как бы Ницше постоянно пишет, да, чтобы дать себе свободу, сначала надо себя очень сильно закабалить. Закабалить именно вот это вот существо, вот это биологическое. То есть нам нужна аскетика. То есть на самом деле христианская аскетика – это не просто аскетика, которая вызвана тем, что по каким-то причинам там отдельные люди и решили там показать какие-то... эти образцы героизма, да, там перед Богом там, или перед другими людьми. Нет. Аскетика – это на самом деле необходимая вещь для того, чтобы быть свободным. Просто иначе быть свободным невозможно. И об этом пишется, ну, там, и в посланиях там Павла постоянно пишется, да, и вообще как бы это общая истина христианства, что мы рабы греха, да, и, ну, если по-другому сказать, мы рабы страстей. Мы должны эти страсти обуздать, чтобы стать свободными. И поэтому вот внутри этой сферы, да, получается, что вот возникает вот все, что христианство, чему учит нас христианство, да, а именно как бы выбрать некого рода внутренний принцип, да, как, вот внутри как бы этой сферы свободы, внутренний принцип действования. Да, допустим, христианство предлагает этот принцип в виде возлюби ближнего, там, возлюби Бога, а можно выбрать другой какой-нибудь, да, в виде позитивный, допустим, двигать науку там или там. Можно брать из, не обязательно сразу глобальный принцип, там кто-то хочет семью там, да, как-то двигать, и кто-то пытается там, да, двигать, там, я не знаю, там, что там, какие еще интересные, ну там сферы разные, можно перечислить, там музыка, там искусство и прочее. То есть любой такой принцип, он, в принципе, может быть принят к осуществлению. Но мы говорим об этике, как бы, да, и хотя на самом деле это тоже на грани этики, если человек, допустим, творческий, он пытается свое творчество как-то, то, что у нас изнутри во мне, да, это та же самая проблема. Только просто мы почему-то этику всегда связываем с добром и злом, да, с поведением человека. А на самом деле, если как бы брать ее в своей фундаментальности, то она, в сути, вопрос идет об вообще, в принципе, как можно это внутреннее осуществить. У нас есть некое внутреннее, и это внутреннее, оно поражается в роду некого понятия, идеях, вот неких замыслов, интуиций, и мы хотим его воплотить. Но мы, сейчас раз говорю, из нашего рассуждения понимаем, что вот эти вот наши замыслы, это мысли, идеи, концепции, они могут не соответствовать тому, что реально. Например, аскетика, опять же, христианская, она показывает, что не всегда удается, да, вот это тело укротить. Да, есть какой-то некоторого рода предел, дальше которого уже не пойти. То есть тело это тоже, нельзя рассматривать тело, да, как своего рода тюрьму души. Да, и как бы пытаться ее разрушить. Потому что разрушая тюрьму, мы погибаем сами. То есть все-таки мы должны за телом ухаживать. Должен быть некий рода компромисс между тем, что мы телом овладеваем, и тем, что мы все-таки за телом ухаживаем. Потому что тело тоже также является и храмом нашим, храмом души. На самом деле, как бы мне выразить мысль исходную не очень удается, как получается. То есть я примерно горизонт осматриваю. И получается, что как бы хожу кругами вокруг некоторого
некоторые интуиции, которые просто не удается высказать в слове. Суть вопроса состоит в том, что, опять же, я пытаюсь как бы высказать эту интуицию, да, что понятия наши, с одной стороны, могут не соответствовать реальности, да, могут не быть аспектами реальности. Ну, как, например, понятие добра и зла, или там безобразного и прекрасного. А с другой стороны, это не означает, что мы должны эти понятия отбросить. Мы осознанно можем этому миру противиться, в том смысле, что взирать на этот мир все равно с позиции этих понятий. То есть, это не является безумием, да, это является нашей волей. То есть, я хочу, чтобы мир был такой. Может быть, я понимаю, что для мира это невозможно, что мир на самом деле это не сможет принять. То есть, у меня будут с этим миром постоянно конфликты и противоречия. Вот как христиане навязывают миру добро и зло. Ну, не только христиане, в принципе, этика двузначная, да, добро и зло. И каждое явление и каждый феномен, который перед ним возникает, она пытается истолковать в этом ключе. И возникают всякого рода странности, да, там, как быть с паспортами, как с одним быть с другим. Ведь наш мир, он более многообразен, чем... И его трудно развести по двум как бы корзинкам, да, с одной стороны добро, с другой стороны все зло, да, попробую вот так вот все явления, все проявления нашей жизни вот так вот просто так вот разложить на две. Я думаю, что не удастся. И проблема состоит в том, на самом деле, насколько вот оправдано вот такое отношение к миру, да, насколько я имею право и насколько я, на что я могу рассчитывать. Да, когда я буду пытаться, невзирая на то, что я понимаю, что это не удастся, все равно жить в соответствии с этим. Вот, допустим, я понимаю, допустим, что нет никаких помощников, да, нет никакого основания там, да, такого фундаментального в виде Абсолюта или Бога, да, который бы мог меня бы в этом утвердить. Но почему-то я действую, исходя из этики, да, которую считаю правильной. Я понимаю, что добро и зло это не является аспектами реальности, но почему-то я действую, исходя из того, что есть добро и зло. И так далее. То есть я могу навязывать миру свою волю, даже понимая, что мир ее никогда не примет. Никогда так не случится, что вот это осуществится. Но, находясь на этом пути, я буду мир трансформировать. То есть тут вопрос упорства. Вот есть такой фильм, там, «День сурка», да, где каждый день повторяется. И там человек, который в этом дне застрял, да, однажды там такую фразу говорит, что типа, что вроде, или это в другом фильме, это в фильме, тоже есть отечественный фильм, тоже подобного рода, тоже два человека застряли там, да. Суть вопроса состоит в том, что как бы каждый раз повторяется мир, и вроде каждый раз люди одни и те же, но для человека, да, который застрял в одном дне. Но тот человек, для которого каждый день повторяется, он же сохраняет всю память, да, о том, что происходит. И ему тяжело, да, общаться с этими людьми, которые каждый раз его воспринимают как нечто неизвестное. Да. Но в конце концов он вдруг понимает, что или хочет себя уверить, да, что вот эти люди в прошлом, в котором он застрял, что они на самом деле изменяются. Что они на самом деле чего-то там наконец понимают. Там есть такая фраза, что вот он, ну вот он, в конце концов, там он разбился на мотоцикле, там, да, потому что был горняком, и когда-то потом уже в будущем из-за того, что шахта там рухнула, он сидел. Поэтому хотел эту шахту закрыть там какой-то там. Ну, неважно, это уже подробности фильма. Суть состоит в том, что мы хотим себя убедить, да, что мы действуем нравственно, меняем что-то в этом мире. С одной стороны, это наше некое наивное, может быть, даже и наивное, да. Ну, если мы, опять же, базируемся на некоторого рода предпосылках, что этот мир не приемлет морального, и что на самом деле всякого рода наше высказывание моральное – это только истолкование феноменов, которые сами по себе безразличны к этим нравственным оценкам. Ну, просто вот есть и есть, да, так устроена жизнь, так устроена реальность, лучше говорить. Она нам всегда, если нравится или не нравится, это уже наши проблемы, да. Но может быть,
Ну, может быть. Несмотря на то, что мы как бы вот как этот герой находимся вот в таком странном противостоянии реальности, которую изменить не можем. Но может быть что-то изменится другое, да, как-то по какой-то касательной. То есть мы действуем напрямую, да, и пытаясь осуществить некоторого рода идеал, некоторого рода понятие, да, вот с чего мы начинали, которое не может в этом мире воплотиться, потому что этому понятию ничто может быть не соответствует. Но тем не менее, находясь в этом движении, мы что-то вокруг себя изменяем. Косвенно, да, непонятным образом для нас. То есть мы как бы прокладываем себе дорогу. Мы прокладываем дорогу, да, это понятие, оно ничего само по себе не может реализоваться, потому что это невозможно. Невозможно стать святым, да. Но можно двигаться по этому пути и менять вокруг себя людей. То есть логика какая-то такая, что наше понятие, да, даже те понятия, которые не имеют никакой опоры на реальность, но имеют опору в нашей душе, да, то есть они почему-то для нас важны. Мы имеем право вот, как бы, дальше проектировать вовне. И во что бы то ни стало, желать его осуществления. Даже если это на самом деле никогда не может быть осуществлено. Вот в этом как бы состоит на самом деле подвиг. И дело даже не в том, что это какой-то там подвиг, в смысле этого внутреннего себя тешения, что вот я там совершаю подвиг. А дело в том, что это на самом деле крик нашей души. Мы хотим, чтобы так было. В конце концов, если мы вдруг уверимся, что все сводится к законам природы, да, нет никакого Бога и прочее, то в конце концов мы можем докатиться до того, что все позволено, как у Достоевского, да, и как бы можно делать что угодно, и жить как угодно, да. Так вот, но если все-таки мы с этим не согласны, если мы, с одной стороны, уверились, да, что основания мира там, в виде Бога, Абсолюта, там, шатки, да, и не ясны, но тем не менее мы не согласны с тем, что все позволено, да, мы хотим все-таки обосновать какую-то свою, пусть онтологию, свое некое основание. Чтобы его обосновать, мы не можем же просто как бы внутри его лелеять, всегда же разговор в этике идет, и речь идет о поведении, да, то есть мы проектируем свою некую этику вовне, мы все ее неким образом ведем, да. Но наше поведение уже не может быть обосновано в высшем смысле, да, в смысле какой-то религии, в смысле какой-то там этики всеобщей, да, которая доступна всем. Мы вынуждены вот, на свой страх и риск некую этику избрать. Опять же, ну, конечно, в рамках того, чтобы соблюдать законы, потому что соблюдение запретов, еще раз говорю, это просто соблюдение принципов и норм общежития. Да? Ну, мы соглашаемся с тем, что раз мы уж вместе живем, ну давайте с друг другом ладить, да, давайте жить солидарно, да, там, друг друга не обижать, условно говоря. Да? У каждого из нас какая-то есть своя личная жизнь, и пускай каждый живет в этой личной жизни и реализует свою свободу. И по возможности не мешает жить другим. Да? Конечно, есть такие какие-то сферы, да, там, какие-то пограничные, где наши свободы вступают в противоречие, но там мы договариваемся. Вот как в экономике, да, есть конкуренция, они же друг друга не убивают, хотя и до этого бывает доходит. Ну, как правило, не убивают. Ну, какой-то находится, какой-то компромисс в итоге находится. Так же и здесь, да, вот некоторого рода есть какая-то такая. Все наши свободы, они представляют собой вот такие рода компромисс. И мы находим общий язык. Так вот, и вот мы пытаемся это реализовать, и тем самым, зачем это вообще нужно, зачем этот разговор вообще нужен? Он нужен потому, что либо этика возможна, да, я имею в виду этика в смысле того, что мы некого рода внутренний идеал пытаемся осуществить, либо нет. Либо она представляет собой, ну, я не знаю, там, нечто как бы, что должно, как там Ницше любит говорить, преодолеть, там, и там, да, что должно как бы исчезнуть. Потому что у Ницше, на самом деле, Ницше вообще договаривается до того, что этику нужно всегда рассматривать только с позиции прагматики, да, какую цель она преследует. Если этика преследует цель, как бы ведущего человека к гибели, да, то как бы эта этика неправильна. Что этика должна всегда возвышать человека, да, там, что она должна стремиться к тому, чтобы человек рос там, и возрастал. То есть на самом деле он полностью этику свел к прагматической цели. Да, вот разве какой-то цель выбирает какую-то этику для того, чтобы достигнуть какого-то результата. Достигнув результата, выбирает другую этику, чтобы достигнуть другого результата и так далее. Да? Вот такое вечное движение. Да, такое вот. То есть этика – это просто способ, каким образом заставить человека куда-то стремиться. Да, своего рода такой стимул. Да, такой, как бы навязать человеку некого рода этику, представление, чтобы он достигнул определенного рода там, уровня. Определенного рода состояния. Массе своей этика, как он считает, она должна была выдрессировать человека, да, то есть вообще сделать из человека домашнее животное.
Я тут постоянно апеллирую к Ницше, потому что Ницше этим вопросами занимался. Да, это как бы это его тема, там, любимая там, тема. И да, он считал, что переоценка всех ценностей – это самая главная его тема. И вообще он все весь считал антихриста, да, вот, который проповедует там. Но это уже другой разговор. Так вот, до чего мы тут договорились? Мы договорились до того, что, несмотря на все, на то, что понятия могут быть такими, которые никогда не реализуются, но нам почему-либо они там греют душу, и мы хотим их реализовать, мы можем пытаться их реализовать в том смысле, что действовать в соответствии с ними. Да? И наши действия, понятия это не реализуются никак, но наши действия – это нечто реальное. То есть, если мы действуем в соответствии со своим понятием, да, со своим идеалом, то наши действия, они мир как-то изменяют. И постепенно могут они, как, что-то они в этом мире меняют, да, что-то они добавляют. Но дело, конечно, если отдельный человек, он может быть мало что добавит, но если каждый человек будет действовать, исходя из такого принципа, да, что он будет осуществлять некую внутреннюю свою цель, да, некий внутренний принцип, какой-нибудь там идеал, то мир как бы вот он будет как-то трансформироваться. Собственно, на самом деле так и происходит. То есть в современном мире одни люди, которые верят в Бога, они живут в мире, в котором как бы Бог есть, что есть добро и зло, и которые представляют собой реальности, да, такие же реальности, как стол и стул, да, то есть которые в самом мире существуют, сам мир разделен так. И они в этом мире живут, и они меняют этот мир, потому что вот у них такие, такого рода понимания. Есть другие люди светские, у которых Бога нет, да, там, и может и понятие добра и зла стерлись, да, до уровня там пользы и вред. То есть они как бы вот живут в таком мире, да, у них другая концептуальная схема, и они по-другому мир этот меняют, да, потому что живут в таком мире. Есть третьи люди, которым все измеряется, допустим, наживой, там, да, там нет никаких вот противоположностей, а просто наживы и все, либо ее мало, либо ее много, то есть все сведено к количеству, да, и прочее. То есть на самом деле мы живем в таком мире, в котором каждый отдельный человек вынужден выстраивать некую свою концепцию и пытаться ее как бы продвигать. Некоторые люди это делают неосознанно, да, там, а если мы все-таки пытаемся философствовать, и мы понимаем, что это надо делать осознанно. В этом, собственно, и состоит вся концепция активизма, о котором мы постоянно там на разных семинарах говорим. Да, почему нужно быть активным? Ну, в общем, покрутились вокруг да около, пока не получается высказать, что. Собственно, как бы проблема понятна, конечно, что она состоит в том, что вот есть некие идеалы, понятия, да. И человек, когда хочет их воплотить, хочет стать как бы живым понятием. А живым понятием стать нельзя. Да, потому что мы изначально некие все-таки живые существа, да, и мы уже в нашей, как бы, в нашей органике, да, в нашей биотике, да, уже присутствует нечто, да, что как бы уже есть. И мы не можем насадить в этом какое-то свое измышленное понятие. Там, понятие там аскета там, какого-то, да, почему-либо важного там. Мы должны все-таки считаться, что уже что-то есть. То есть мы должны, с одной стороны, опираться все-таки на то, что есть, а с другой стороны, все-таки желать нечто своего, исходя из того, что есть. И давать возможность и быть и тому, что есть, и желать, и продвигать то, что нам хочется. То есть мы хотим нравственного мира, но в то же время он не должен быть таким, что он угнетает как бы сам мир, да, что этот мир, как бы, в котором мы живем, а тело представляет часть этого мира, да, оно угнетено таким образом, что нам никакого житья нет в нем. Зачем как бы желать нравственного идеала, если в этом идеале невозможно жить? Да, если жизнь превращается просто в ад.